Вслед за детскими садами безопасность усилят и в летних лагерях. Это произойдет в ближайшие дни. Об этом заявил глава города Сергей Еремин. С этого года каждый без исключения лагерь будет под круглосуточным видеонаблюдением. Так, в «Ласточке», которую сегодня посетил градоначальник, этим вопросом озаботились уже сейчас. Первый сезон здесь стартует на следующих выходных с 4 июня. Следить за тем, чтобы каникулы у ребят протекали максимально безопасно, будут с 23 камер видеонаблюдения. Мы нанимаем, привлекаем ЧОПы. Мы увеличили в два раза количество физической охраны. Ну, допустим, если на лагерь был один ЧОПовец, понятно, с тревожной кнопкой, то сейчас уже будет два находиться охранника. И, конечно, каждый год мы усиливаем парк камер видеонаблюдения. Паспорт безопасности готовится, смотрят этот белые зоны, где нет охвата. И мы туда доставляем камеры для того, чтобы вся территория была под наблюдением. Напомню, этим летом в лагерях отменены антиковидные ограничения. Это значит, что поехать отдыхать туда сможет столько ребятишек, сколько есть мест в корпусах. Ограничений по максимальному количеству детей в отрядах, как в прошлые два года, не будет. Кроме того, возможность отдохнуть в оздоровительном лагере появилась у большего числа детей-инвалидов. Если в прошлом году сделать это смогли 110 человек, то в этом не менее 150 ребятишек с инвалидностью.